Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. Сегодня мы с вами обсудим iOS 14.3 Beta 2. Я вам скажу вкратце, ничего нового нет. Если я сказал там минимум информации, там ничего нового нет. Я не должен рассказывать того, чего там нет, просто, понимаете? Вот, если там что-то будет, я буду говорить в этих обновлениях. Но если там нет, то их нет. Автономность такая же осталась, как и на iOS 14.2. Идентично. Ни больше, ни меньше. Здесь ничего не скажешь. У меня сейчас там 60%. Я так минимум пользовался, смонтировал ролик. И как бы ничего такого я там не увидел сверхъестественного. Обычная работа. Фризов нет, багов нет. Но как советовать обновляться, я не советую, потому что это бета. На любую бету я вам вообще не советую обновляться. Вы можете их смотреть, но не вздумайте их накатывать, потому что вы будете действовать только на свой страх и риск. Потом вы обновите, у вас что-то там отлетит, система, и вы будете винить в этом меня. Лучше не ставить, я вас сразу предостерегаю. Так будет лучше для всех. Вот давайте вам покажу показатели батарейки. То есть у меня ничего не поменялось, 97% емкость. Вот сами показатели. Видите, как падает волнами. До этого, конечно, у меня график, конечно, не так скакал. Но что я скажу? Ну, когда в любом случае вы смотрите видео, играете, то есть монтируете видеоролик и так далее, то есть это очень всегда влияет. А так, в принципе, система работает нормально, стабильно. То есть я здесь нареканий никаких не увидел. Но, опять же, я вам повторяю, не обновляйтесь, потому что это бета. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, для меня это очень важно. Пишите, какой у вас iPhone, какая у вас iOS, какая у вас емкость батареи и какие, конечно же, у вас есть проблемы в данной версии iOS. Всем пока!